Ну что, всем привет, дорогие друзья, с вами Берик, и сегодня мы будем делать ставочки на сайте CSGOway, ссылочка на которую есть в описании, конечно же. Сегодня, ребят, я буду играть с Миксиком. Поздоровайся, Миксик. Всем привет. Вот, короче, ребят, да, что я за хрень несу. В общем-то, ребят, будем мы ставить, и давайте мы сейчас, так сказать, запустим шарманочку. Оу, шарманочку уже запустили до нас. Отлично, давайте я сделаю... потише. Так, вот примерно вот так, потому что очень-очень громко. Давайте мы поставим, а что у нас тут есть? Женек, так сказать. Я не знаю даже. Давайте, наверное, вот статрековский. Нет, он очень дорогой. Я его лучше на потом оставлю. Вот у меня есть Галил, как раз-таки. Я его и поставлю. Хотя я с ним бегаю, но все равно он красивенький. Вот, к сожалению, ребят, Женя со мной ставить не будет, потому что у него какие-то проблемы с отправкой трейда. Я не знаю, у него то ли вещи не распознают, то ли еще что-то. Вот. Все, я залетаю, ребят, залетаю. И сейчас мы тупо ждем народ. У меня, кстати, 70%. Я думаю, что мои 70% зарешают. Вот, ну и, в принципе, если мы затащим, это будет очень и очень круто. Ну что, ребят, тем временем залетает P250 покойник, или иначе P250 Муэртос. У нас остается очень мало времени, очень мало. Ё-моё, я что-то время профукал. Давайте мы поставим самый первый попавшийся М-ка, темная вода. Все, давайте залетим. Блин, 4 доллара, ну это как-то много, но все равно. Давайте залетим где-то на секунде 13, что ли, где-нибудь вот. Прям все, я прям сейчас отправляю трейд. А, пожалуйста, давай, залетай. Все. Мой трет в обработке. Ух, видите, как быстро залетел, ребят? 9 секунд, а то и меньше даже. И, пожалуйста, никто ж не залетит. Фух, никто не залетает. И смотрим. Я думаю, что заберу этот покойник. И, ну, этот шмот мне нафиг не нужен. И давайте вот мотаем. Раз, два, три. Блин. О, 0,99, ребят. Нихера себе, 872. А тут 878 был. Ну, это вообще шик. Давайте примем трейдик наш. Уж больно мне, так сказать, понравилось. Так, МК Галил. Да, ребят, я весь свой дроп, так сказать, не потерял. Сейчас мы это все попринимаем. И, наверное, будем продолжать ставить. А давайте-ка мы, ребята, поставим. Я вам скажу, что... Давайте мы поставим, наверное, опять-таки... Нет, Галила я не хочу. А, давайте я поставлю... Вот у меня обширный очень выбор, я вам скажу. Жек, что бы ты поставил? Я не знаю. Я не знал, еще ты какой-то убогий. Ой, убогий, унылый. А, у меня есть тут, в принципе, АВП Бог Червей. Вот. А, вот она, да, немного поношенная. Доллар 40 стоит. И у меня где-то еще вторая такая же была. Давайте с этими богами червяков залетим. И ах, хрен его знает даже, что еще. Реально вам говорю. Ну да, по сути, нечего. Давайте, может, дал берет. Ну, 17 долларов мне, ребят, я как-то... Пока не хочу их ставить. Ну окей, давайте пока с бог червями залетим и прочекаем все, продолжим, посмотрим, все закрыть. И мы залетаем, залетаем. Раз, два, три, трейд ин процесс. Давай, где же это, где это надпись? Ну же. Ну, давай. Ну. И. Хм, ребят, немножечко странно, то, что написано обмен отклонен. Это, конечно, как-то очень необычно. Окей, давайте поставим этот P250 и не будем себе, так сказать, марать мозги. Вот тут он уже сейчас стоит 2 доллара, ничего себе, там сайт накручивает на ценочки, ладно. Все в шутку, в прибаутку. О, видите, трейд сразу в процессе и залетает мой P250. Окей, сейчас посмотрим, что будет, да как. Я, наверное, даже и не буду ничего больше ставить, потому что... прокакаю, вот 100 пудов прокакаю, но ладненько. Сейчас мы все зарешаем. Ребят, залетает эмка, чистая вода немного поношенная за 3 доллара. Еще какой-то пульс за 1.35 и 5.7 за 1.45. Еще шат... А, нет, хрома 2 кис, ё-моё. Чувствую, он меня перебьет. 25%, ребят, но все равно 25%, хотя бы 25% 1.4 у меня и затащить, и мы тупо будем ждать. Ну что, Жек, остается, в принципе, пару секунд. Я думаю, то, что никто не влетит. И... я надеюсь, ты выиграешь все-таки, блин. Хотя... 1-4. Ну, кстати, может, есть какой-то шанс, все равно маленький. 1-4, да. И. Может, о, блин, быть, тут но... то мой. О-о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 
надо было вообще так почти без шансов. Сначала через 0.88, да ну нафиг, 0.99, 0.88, да, и правильно ты говоришь, через одну. Через одну, а потом бах, три подряд. А прикинь, это... Да-да-да, если бы они до сих пор чередовали через одну, ты бы выиграл, потому что они... Да, если бы еще было 50%, они бы 100 пудов тупо через одну были бы, и троечком, так сказать, не получилось. Ладно, ребят, давайте поставим еще одну ставочку. Она будет у нас из... Давайте опять Галил зальем, так сказать, приманим народ. И он заливается, да, по сути. Да, трейд в процессе, ребят, блин, так быстро, офигеть. Надо просто учить вещи, которые тут быстро определяются. Вот, ну все, ждем, так сказать, школьников. Ну что, ребят, ох, у Жеки там телефончик звонит. А, тут ставочка такая, так сказать, такая, можно так сказать, короче. И давайте мы сразу приготовим трейд. Я думаю, то, что он будет состоять из глока ржавая сталь. Вот. И мы его, в принципе, отправим примерно на минуте 30. Вот так вот. Ребят, остается минут 37, я отправляю свой трейдик. Вот. И я думаю, то, что это мне поможет, по сути. И никто больше не залетит. Я, по крайней мере, на это надеюсь. Жек, как ты думаешь, залетит кто-нибудь еще или нет? Ладно, Жек там по телефону разговаривает. Ой, божечки-кошечки, как говорится. Не знаю. Очень мне стрёмно, ребят, очень стрёмно. Не знаю почему, но почему-то я стремаюсь. Ой, 50 секунд до конца. Нам надо тупо заточить. Ребят, 20 секунд до конца. Просто изи 20 секунд. У меня 65%. Если мы выиграем, я забираю, конечно же, свой Галил, свой Глок. И еще статрековский 5-7, статрековский СГ. Кстати, это мой СГ, походу, который в прошлый раз я выбил. А может и не он. Честно говоря, ребят, я не знаю. Паслен. Я не знаю, ребят, что за фирма. Что за скин. Опять 1-1, так сказать, крутится. И, по сути, я должен выиграть, у меня же больше процент. Опять 0.69, ребят, высокий билет. Давайте опять-таки принимаем трейд. Где же наше предложение обмена? Да, все-все-все пришло. Тут звуки, то, что мне там обменчик предлагает, туда-сюда все дела. И мы его принимаем. Все, статрек у нас сегодня. Вось. И давайте сейчас еще, наверное, ставочки 2 сделаем. Вот, и я думаю, то, что залью... Опять свой Галил. Мне что-то с этим Галилом, ребят, сильно везет. Не знаю почему, конечно же. Вот мой Галильчик, давайте предложение обмена. И... Окей, все. По сути, наш трейд сейчас обработается. Ведь так? Ой, отлично, ребят, все, тупо ждем. Ребят, залетает паренек с теком 9. Айзек. Сатрековский после полевых 1.4 доллара. А, давайте мы сейчас делаем такую ставочку. Изи Биг, как говорится, я ее называю. И отправим, опять-таки, где-то минуты на... Вот так вот мы сделаем. Вот, то, что мы выиграли в прошлый раз. И, получается, отправим, ну, да, где-то на минуте 30, опять-таки. Воу, залетает темка чистая вода. И П 250 покойник. Честно говоря, давайте мы сейчас отправим этот рейд. Отправляем. И, по сути, он... Да, он влетает. Честно говоря, ребят, я не знаю, выиграю я или нет. И на всякий случай я подготовлю еще один трейд, но он будет не сильно значительный. Я его сделаю... С чего же я его сделаю? Сколько же у нас стоит вот это? 4 доллара, нет, это много. Давайте мы возьмем... Бизон. Возьмем Бизон и ЦЗшку. Вот так вот мы, ребят, сделаем. И давайте еще, знаете, какую-нибудь немного поношу. Во-во-во. Вот так вот будет вообще отлично. Минута. Давайте мы с этой ставочкой залетим секунде на 25-й, потому что, я не знаю, эти вещи быстро проходят через, так сказать... Этот, всю систему, которая распознает цены там и скины, но я хз, ребят, если честно, я просто хз. Вот, и... Ой, божечки, кошечки, Жек, ты тут? Или ты еще разговариваешь?
Да, ребят, скорее всего, он просто разговаривает. 10 секунд, ёб твою мать. 10 секунд, давайте просто отправляем и не будем себе, так сказать, марать мозги. Все. 25 секунд остается. Я думаю, что трейд хотя бы обработается. Пожалуйста, обработайте. Фух. Что? Твою мать. Просто сейчас берем и закидываем эту эмку. 13 секунд остается. Ребят, пожалуйста, хотя бы ты распознайся, я тебя прошу. 8 секунд, пожалуйста, 8, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Да твою мать! Я не залетел, 50%, ребят, 50. Ну, твою мать, миллиметр не хватило. Это капец просто, это просто капец, дорогие друзья. Охренеть, и мой трейд в процессе, но почему, вот какого хрена этот трейд не обработался, ссаный сайт, ну, ребят, я не, у меня просто бомбит, я не знаю, ребят, если честно, сколько я понапросирал, давайте сделаем так, заходим на CSGOAP, я постоянно там смотрю, сколько у меня стоит скины, 19620. Ну, это, конечно, неимоверно тупо круто, и, короче, давайте на всякий случай подготовим еще одну ставку, она у нас будет состоять из... Чего она у нас будет состоять? Я хз, ребят, просто хз. Давайте закинем тупо два кейса. На 5,5 долларов я тупо просираю все свои скины, но я думаю, что это того стоит. Ребят, я просто в офиге. Смотрите, кто залетает. Кровь в воде. Это просто трындец, я тупо просираю свою эмку. Блин, Жак, я не буду его топить. Просто бы поставил сейчас на 100 баксов реально и перетопил бы его нахуй. Ой, ребят, не. Во-первых, я не успел. Во-вторых, даже если бы я ставил, не вариант то, что это все пока проверится, пока то, пока сё. И, в общем-то, 10 секунд я уже явно, так сказать, в пролете. Ну, блин. Я очень, кстати, часто вижу то, что он со своей ССГ-хой, блин, валит. Это трындец, конечно. Ох ты, ё-моё. Ну и это все ясно, у меня шанс 9%. Просто просер века, так сказать. 0-2 победный билет. Хотя у меня, блин, были шансы, если бы он не настолько сильно топил. Хотя бы раз в 2-3 меньше, то я бы, наверное, выиграл. Да, вон, 829 победный билет. Вот, конечно, это капец, ребят, полный. Ладно, ребят, я думаю, то, что мы уже заканчиваем. Что-то меня разочаровывает этот сайт. Я то выигрываю, то проигрываю, ладно. В общем-то, всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, вступайте в паблик. Все нужные ссылочки будут в описании. Всем удачи и всем 3 бакса. Хотя, давайте-ка, ребятки, мы сыгранем. Чисто ради приличия, так сказать, я поставлю вот эти свои 2 кейса. И не буду больше себе, так сказать, марать мозги. Окей. Окей. Мой трейд в процессе. Вот это, кстати, окостеневший прям золото. Тоже прикольно. Меня такие все практически прикалывают. Вот токсичность, только он какой-то стрёмненький. Вот у меня терраса даже есть. Я вам сейчас ебята. Сейчас, ребят, я вам его покажу. Где там он? Инвентарь. Где же моя терраса? Терраса? Ты где? Вот она. Вот. Вот он такой красивенький. Окей. Фух, ребят, ждем розыгрыша. У меня 60%, если я заберу этот Василис. Ну, хотя бы что-то, я бы хотя бы окуплю прошлую свою ставку, и все будет крутенько. Ребят, я немножечко пересрал, потому что услышал то, что ставка, думаю, все, капец, нас затопили. Но нет, 31 цент. Я думаю, то, что если... Твою мать. Если мы просрём, ребят, я не буду больше никогда на этом сайте. Минута 30, у тебя еще до хера шансов нормально поставить. Так, я думаю, то, что ламинат еще поставлю. Давай и... баксов на 10. Так, ну и... Я отправляю под самый конец, за секунд, за 40, за 30. Угу. Все, ребят, я 18 долларов, короче, ставлю. Хорош, давай. Бля. Так. 47, пожалуйста. Ты отправил? Да. Залетит не суй, еще до хрена времени. Шипка. Быстрее, еще можешь, еще раз попробуй. Нет, оно уже не отправится. У меня нет таких оружий, которые я могу сразу отправить. Это капец, ребят, это просто капец. Ну, сука, просто. Короче, ребят, тут я уже не выиграю, это 100%.
Вот, 10 секунд до конца. 10 секунд. Вот вы... Еще 0,55. Ай, капец. Все, я просрал, ребят. А вдруг? Да какой вдруг? Что? Ты выиграл! Что? Ты выиграл! Да ладно! Ёпта! С одной ставки на 5 баксов! Да ну нахер! Ребята! Так, что я ставил там? Это окей? Да, я сказал, а вдруг? Вот это, а вдруг остановил эту херню? Погоди! Да ну нафиг, да ну... Ёб твою мать! Охренеть! Да ладно, а какой победный билет-то был? Блин, не указан. Сколько у меня было процентов? 30%. Я, ребят, реально думал, то, что вот этот чувак выиграл с самого начала и еще в конце. Ёб твою мамку. Это капец, ребята. Короче, я беру свои слова обратно. Этот сайт просто офигенский. Я просто так уже на нервах сказал. Давай, принимайся. Фух, ребят, все, на этой веселой ноте мы заканчиваем. Говорю всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, вступайте в паблик. Все нужные ссылочки будут в описании. Подписывайтесь, конечно же, на Жеку Жекин, ссылка тоже есть в описании. В общем-то, всем, так сказать, удачки и всем пока. Всем пока, ребят.